сейчас только начало впечатления от того количества людей, и людей разных, молодых, взрослых, мужчин, девушек. Вот, кстати, первая, которая ушла на старт, ушла, ну вот это девушка. Так что здесь вот это увлечение собрало очень разных людей с разных территорий России. Я думаю, что, наверное, это стоит того с точки зрения зрелищности, и с точки зрения показать и себя, и свою технику. И для них самое главное, чем страшнее погода, чем больше грязи, тем лучше. Преодолеть все это честь и уважение коллег, вот, соперников. То есть здесь несколько другие принципы. И людей это объединяет, и им это нравится. Ну а хорошее занятие на свежем воздухе, оно, в общем-то, на пользу здоровью, ну и доброму делу. Мы немножко поломаем свою технику и поймем, насколько она готова для того, чтобы исходиться в экстремальных условиях. Насчет эту технику делают опять же в Ярославской области, известная компания «Русская механика», которая ни квадроциклы не заходит, ну и все остальное. Поэтому соревнования, дух, я думаю, хорошо, здорово. Спасибо.